Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на черно-белый лазерный принтер от Pantum. И это решение, у которого одна из главных особенностей – это низкая стоимость печати. Давайте вместе разбираться, как это все работает. Полное наименование модели Pantum P2207. Принтер компактный, легко найдет место как на вашем рабочем столе, так и в любом другом удобном для вас месте. Подключение происходит посредством USB кабеля. Для того, чтобы все работало как на Windows, так и на Mac, необходимо будет установить драйвера. Последняя версия доступна на официальном сайте. В собранном состоянии у него закрыт лоток для подачи бумаги и приемки распечатанных материалов. Для моих реалий это отличное решение. Мы печатаем документы часто, но все равно пыль бы скапливалась и попадала внутрь. Тут этого смогли избежать. Фактическая установка трудностей вызвать не должна. Снизу мы загружаем бумагу до 150 листов, а сверху ограничитель, чтобы листы не вываливались после печати, до 100 листов. Скорость печати 20 страниц в минуту, а разрешение 1200 на 1200 точек на дюйм. Печать на карточках, пленке и конвертах поддерживается. Нагрузка может быть до 15 тысяч страниц в месяц. К качеству печати претензий нет. Текст читается четко, пробелов, загрязнений не замечено. В общей сложности разного типа материалов мы печатали более 300 листов. Все отлично. Стоит затронуть тему, сколько же стоят оригинальные картриджи, так как стоимость владения и печать складывается как раз из данного расходника, причем это будет один из главных моментов. В данной модели установлен картридж Pantum PC211EV. В среднем по цене он обойдется весьма адекватную сумму, если сравнивать со схожими принтерами от других брендов и картриджами, что там используется. Они зачастую реально дороже. Мой вам совет: не пытайтесь экономить еще больше и использовать неоригинальные картриджи. Важным аспектом будет то, что оригинальные картриджи являются более экологичными из-за уменьшения процента выброса порошковых веществ. Качество гарантировано, что значительно удешевляет стоимость одного отпечатка. Используя оригинальные картриджи Pantum, пользователи могут на протяжении 2-3 лет получать бесплатное сервисное обслуживание в России. Иногда экономия выходит дороже, чем купить оригинальное решение. И тут как раз тот случай. По итогам, данный принтер – это отличное, качественное и, самое главное, недорогое решение. При этом и стоимость печати, собственно, из чего складывается и владение данным принтером, тоже на отличном уровне. Если вы искали себе схожий тип принтера, обратите на него самое пристальное внимание. Актуальную цену чекайте по ссылке в описании, а также в прикрепленном комментарии. Не забывайте поставить большой палец вверх на канал, подписаться, внизу есть красная кнопка, она обязательно должна стать серой, нажимаем на колокольчик 2 раза, и несколько дополнительных роликов сейчас перед вами. Нажимайте на один из них и увидимся уже через несколько секунд, там реально интересное видео.